Девятый класс, молчит звонок, апрельский луч упал на стены. Как долго тянется урок, впервые ждешь ты перемены. Сидишь за партой у окна, глядишь тревожно и туманно, а за окном стоит весна. А за окном стоит весна, весна по имени Светлана. Приходит первая любовь, когда тебе всего 15. Приходит первая любовь, когда еще нельзя влюбляться. Нельзя, по мнению строгих мам, но ты спроси у педсовета, во сколько лет свела с ума, во сколько лет свела с ума. Ромео и юная Джульетта. Ты грустно, чуть не плачь, и почему-то в первый раз вдруг не решается задача. А чья вина, а чья вина? Совсем негаданно, нежданно стоит за окнами весна. Стоит.